Сегодня в супермаркете Фора я купил консерву. Торговая марка «Водный свит». Консерва 100 грамм. Икра трески солена. Вот так вот. Икра трески солена 95%. Силь кухон на 3%. Даже 97%. Олія Соняшникова. Так, Україна. Так, стоит 39 гривен, по-моему, да? Это где-то около 1 доллара, чуть больше. 1,1. Ну что ж, будем периодически врать. Это получается 400 гривен килограмм. Это недорого. Прикольно.